Делегация из политехнического колледжа города Улан-Гома УВС Аймака Монголии накануне Шага побывает в Кызыле. Заинтересованность в сотрудничестве выразила ранее монгольская сторона. Об этом шел разговор и во время недавнего пребывания в Улан-Гоме делегации из Кызыла. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по обмену опытом, стажировке педагогов и студентов. Во второй день пребывания монгольской делегации профтехобразования прошла рабочая встреча с заместителем министра образования Тувы Сайзана Таву. Состоялось обсуждение возможных направлений сотрудничества, в частности, организации совместного проекта по открытию мини-цеха по обработке шерсти с целью изготовления юрт. Предварительно было решено организовать рабочую поездку, стажировку педагогов и студентов из учреждений среднего профобразования республики и политехнический колледж города Улан-Гома. Отмечается, что политехнический колледж Улан-Гома, как и другие учреждения среднего профессионального образования, не так давно были переведены из системы Министерства образования Монголии по опеке Министерства труда и социальной защиты. Их учебные планы согласовываются с потенциальными работодателями выпускников, а процент трудоустройства выпускников и их востребованность является главным критерием оценки качества работы колледжа.